рассада пиона молочно-цветкового Sunny Girl, махровые цветы даже в пасмурный день как будто озарены лучами солнца. Нежные лепестки сливочно-кремового окраса словно светятся изнутри и издают легкий аромат. Не менее декоративно смотрятся ранее розоватые бутоны и ярко-зеленые листва. Цветки очень крупные, и во время обильного цветения стебли нуждаются в поддержке. Взрослые растения имеют форму объемных кустов. Редко завязываются семена. Особенности пиона Sunny Girl: выдерживают морозы до -38°С, не цветут в тени, нуждаются в дренированных суглинистых почвах. Кислую почву необходимо известковать перед посадкой пионов. Пион молочноцветковый Sunny Girl это травянистый высотой от 80 до 100 см. Цветет растение в месяц май, июнь, аромат у цветов слабый, окраска цветка желтый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 18 до 20 см. Весной листва по цвету темно-зеленые. Пион молочноцветковый Sunny Girl создал Крис. Годом создания растения считается 1985. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.